Утро доброе! В студии Кирилл Уржумцев, и сегодня я приготовлю легкий летний салат. Я уверен, что каждый из вас хотя бы раз в жизни его пробовал. Набор продуктов сегодня максимально простой. Это огурцы, помидоры, редис, ну и, конечно же, зелень. Огурец я нарезал вот таким полукругом. Следующий нарезаю редис. Редис буду нарезать так же, как и огурец. Небольшими тоненькими пластиками. Далее я нарезаю помидор. Помидор вот уже нужно нарезать кубиком. Далее я перехожу к нарезке зелени. Ну куда же летний салат без зелени? Да никуда. Без зелени не обойтись никак. В салат я также добавлю соль и перец, а далее расскажу вам про заправку. Вообще заправка этого салата может быть абсолютно любой. Это может быть оливковое масло, это может быть растительное масло, как рафинированное, так и нерафинированное. Но сегодня я возьму майонез морской с японской ламинарией от МЖК. Как совместить майонез и здоровый образ жизни? Да с помощью полезных для здоровья ингредиентов. В новой морской линейке майонезов от МЖК «Хабаровский» используются экстракты одного из самых полезных обитателей Японского моря – ламинарии. Ламинария – один из лучших источников органического йода для поддержки эндокринной, репродуктивной и нервной систем. Ее применение в рецептуре открывает новый взгляд на ценность традиционных продуктов, таких как ваш привычный и любимый майонез. А еще это просто вкусно. Добавляю буквально одну столовую ложку майонеза. Я думаю, что на это количество салата ее будет более чем достаточно. Легкий летний салат готов. Вы можете подавать его к шашлыкам, да и в принципе ко всему он подойдет. Ну а пожелание на день сегодня будет таким. Лето только начинается. Желаю вам насладиться им сполна. Завтрак готов. Приятного аппетита. До встречи на губернии.